Почему не всходят семена герани? Сравним покупные средства для обработки и домашние растворы. Также разберем особенности сортовой герани. Обработка семян нужна для ускорения проращивания и защиты герани после образования саженцев от неблагоприятного воздействия микроклимата, смены погодных условий каждого сезона, от появления вредителей. Подойдем к теме, почему не всходят семена герани, с выбора вида и сорта герани. Особенности сортовых. Королевская герань выпускает зубчатые листья, цветет до 4 месяцев, нуждается в состоянии покоя. Закладывает почки при температуре плюс 12 градусов. Зональная герань цветет круглый год при достаточном освещении, закладывает цветочные почки постоянно, не нуждается в периоде покоя. Тюльпановидная герань раскрывает несколько бутончиков, 6 лепестков и пару розеток. Розоцветная герань – пышно цветущее розоподобное растение. Какая герань у вас в семенах? Обратитесь к описанию купленного вида и затем используйте другие инструкции по выгонке семян. Какая герань у вас в семенах? Составьте описание купленного вида герани, а затем используйте инструкции по выгонке семян. Плохо всходят старые семена, а также рано посаженные. Это одна из причин, почему не всходят семена герани. Герань в нетипичных условиях развития и необработанные семена, ненакрытые семена или не поставленные под пленку горшок. Как выгнать семена герани? Без обработки семена пеларгонии или герани не всходят. Нужно замочить их в воде и прорастить на влажной губке, на спонже или в торфяных таблетках. Замачивание в воде и выгонка семян. Налить в тарелочку теплую воду, замочить семена герани, переложить во влажную подложку, спонж, губку, периодически добавлять воду, поставить тепло. Семена проклюнутся, после чего высаживают торфяные таблетки на 1 см. При глубокой заделке семена герани не всходят. Обработка в воде. Двойной метод и температурная выгонка. Дачники предлагают двойную обработку в теплой и холодной воде для выгонки семян герани. Так посадочный материал всходит быстрее. Метод использовали до появления химических препаратов для обработки и стимуляторов роста. Процедура предполагает использование сухих семян герани, которые ссыпают в марлевый мешочек, замачивают поочередно в горячей и в холодной воде. После протравливают посадочный материал, присыпают семена и готовят заделки рыхлую питательную смесь, проращивают под пленкой. Обработка семян герани препаратами. Стимуляторы роста, доступные в магазинах, также помогают получить всходы. Отлично зарекомендовали себе эпин и бутон, не хуже стимулируют зависть. Дозировка. 2 капли эпина на 100 мл воды. Использовать только теплую воду от 20 до 22 градусов. Замочить на 12 часов, не промывать. 2 грамма бутона на 2 литра воды. Концентрированный раствор, поэтому не использовать всю пачку для обработки. Домашние средства для улучшения всхожести семян. У многих цветоводов под рукой есть алоэ. Сок однолетних побегов, отправленный в холодильник на пару суток, стимулирует проклевывание семян. По какому принципу обработать? Разложить семена на марли, перемолоть листья с алоэ и отжать сок. Залить семена раствором в соотношении 1 к 1 с водой, протравить и отжать семена. Герань сходит в питательной рыхлой почве, в тепле под пленкой. После первых сходов пленку убирают, а росточки пикируют. Пишите в комментариях, почему не всходили ваши семена герани. Какой метод обработки подошел?